Рассказывайте, кто есть кто. Синти вот хочет всех затащить в коробку, да? Мамка все убрала. Скажи, вот какие мы красивые, вот какие мы умные. Кто тут у нас умный? Начинаем расхаживаться. Выпускаю погулять, чтобы они быстрее окрепли. Они когда гуляют... Синтик, иди, иди. Когда гуляют, они быстрее потом начинают бегать и скакать. Будем наворачивать круги. Зарядка будет каждый день теперь. Да, мамка сегодня была занята, поэтому зарядочка... Немножко. Вот уже поперли одного, да. Шкирятник бедного. Отпусти-ка его, несчастного. Да, еще говорит мне, что всех остальных сюда давай. Ну кто у меня тут морду хоть одну покажет? Показываем морды срочно все. У кого самая красивая? У кого сам? Давай, рассказывай, покажи мне мордаху. Вот какие мы мордахи. Мяу. И вот какие мы мордахи. Да? Ты красавец? А ты красоту? Ай, такой. Покажи мне свой мордаху. Почти все одинаковые. Ну, хвостики у всех разные. Вот шерстка у нас такая вот, мраморная будет, пушистая. Куда ты полез? Сейчас грохнешься с дивана. Вообще, в прошлый раз были настолько умные котята, что они, я их даже одних оставляла, они не упали ни один. А потом даже сами научились быстренько слезать. Надеюсь, в этот раз... будут такие же. Но эти еще только-только открыли глазки, поэтому у них, конечно, немножечко все по-другому. Вот хвостик у нас тут. Здесь маленький хвостик. Здесь побольше. Здесь более-менее такой. Все какие-то разные. Маленький, побольше. Одного утащили в гнездо. Он самый маленький и любит поесть. Несмотря на это, он самый маленький. Где там? Ест уже? Нет, не ест. Ищет братиков. Или есть? Присосался. А, пока все, да. Пока все гуляют, я поем, сказал. Ну, сейчас я вам выключу свет. Не нравится вам свет, да? Не нравится вам свет? Давайте я выключу свет. Давайте так вас поснимаю. Ты красавец? Эд. Ты красавец? А, такой красавец. И ты красавец. Вот какие мы морды. Вкусные морды. Три вообще одинаковых. У них только хвосты разные. А окрас одинаковый. Абсолютно. Я только по хвостам их смогу различать. Так их не различить.